Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видеодайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Специальный инвестиционный пакет EcoFuture с повышенным дисконтом дает возможность всем желающим получить упоминание своего имени на памятной бронзовой плите в центре экотехнопарка. Немецкий интернет-журнал Urban Transport Magazine опубликовал статью, в которой рассмотрел перспективы включения Skyway в инфраструктуру Дубая. Изобретатель струнного транспорта Анатолий Юницкий поблагодарил инвестора Skyway за поддержку в полученном письме на свое имя и начислил ему доли из личных средств. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. В преддверии Экофест 2019 группа компаний Skyway предлагает всем желающим приобрести пакет долей Skyway с повышенным дисконтом и получить упоминание своего имени на памятной бронзовой плите рядом со струнным мостом в центре экотехнопарка. Инвестиционный пакет EcoFuture с дисконтом от 40 до 45 – это возможность увидеть то, как ваши инвестиции меняют мир к лучшему прямо сейчас. Часть инвестиций, полученных от этого пакета, пойдет на обустройство и поддержание экосистемы озера, расположенного в центре экотехнопарка под струнным мостом. Частью ландшафтного дизайна станет бронзовая плита с именами инвесторов, которые приобретут пакет EcoFuture. Впервые список этих инвесторов увидят посетители Экофест 2019 на экране специального монитора. Приобрести пакет EcoFuture вы можете в личном кабинете Skyway Capital. Немецкий интернет-ресурс, посвященный транспортным технологиям, Urban Transport Magazine опубликовал статью под заголовком «Skyway. Новая система Дубая». Авторы статьи рассмотрели перспективы включения Skyway в инфраструктуру Дубая. Дубай с населением более 3 миллионов человек является крупнейшим мегаполисом Объединенных Арабских Эмиратов. Его парк общественного транспорта уже состоит из легкорельсового и автобусного транспорта, метро и монорельса. Вполне возможно, что Дубай будет иметь 5-ю транспортную систему в будущем, пишут журналисты издания. Как отмечают авторы статьи, технология является достаточно зрелой с точки зрения ее проработанности. Особое внимание немецкие журналисты обратили на экономические показатели и безопасность Skyway. Сторонники струнного транспорта часто делятся своими историями и впечатлениями от проекта в социальных сетях и электронных письмах. Недавно такое письмо получил изобретатель струнного транспорта Анатолий Юницкий. В письме инвестор проекта Синичкин Петр Иванович выразил поддержку проекту Анатолия Эдуардовича и упомянул, что уже более года занимается созданием роликов о Skyway. Творчество Петра Ивановича и слова поддержки тронули генерального конструктора, который начислил инвестору 25 тысяч долей из собственных средств. Качество работ Петра Ивановича показало, что он детально разобрался в проекте общепланетарного транспортного средства и делал свои ролики с уважением к первоисточнику. Если у вас есть интересная история о том, как вы рассказываете людям о струнных технологиях, присылайте ее на адрес info@rsvdefisystems.com. Лучшие истории будут отобраны и обязательно опубликованы на наших ресурсах. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.